приветствую вас, друзья. Сегодня у нас очередная посылочка, и в посылочке находится обувь. Купила себе, честно скажу, три пары обуви в одном и том же магазине. Вот одна из пар уже пришла. Не знаю, как я буду снимать видео, либо три вместе брошу, либо это будет видео отдельно про эти данные туфли. Итак, поехали. Пришла посылочка, видите, в невзрачном пакетике. Не знаю, как там и что будет упаковано. Сейчас будем вместе с вами смотреть. Так, боюсь порезать. Парадно-выходные туфли. Значит, ношу я размер 42-43, как-то так. Заказал, не помню, по-моему, 9 размер по ихней таблице. Ну, будем мерять, как говорится, и смотреть. В принципе, упаковано более-менее достойно. Такую вот пупырочку, антистресс. Так, еще у нас пакетик в пакетике, пакетик в пакетике. И пакетик в салфеточке. Вернее, товар уже в салфеточке. Итак, друзья, момент истины. Чей туфля? Мое. Спасибо. И вуаля. Вот наша красота. Тут чего-то... Ага. Опять. Кто смотрел мое предпоследнее видео, по-моему, или какое там, я уже не помню. У нас были... То есть, видео про фотохромные очки. У нас были в подарке два брелочка. И здесь, пожалуйста, опять брелочек. Мишка. Мишка. Или кто-то, не знаю. Пишите в комментариях. Так. Интересно, да. Так, друзья, и вот у нас такие вот, в принципе, красивые туфельки. По крайней мере, по дизайну они мне нравятся. Не знаю, как они будут носиться. Сами понимаете, я вам не расскажу. Но скажу я вам, что эти туфли достались мне за $11. Там с маленькой копеечкой. Брал я их во время дня рождения AliExpress. В принципе, все туфли, которые идут мне, там мне идут еще пара туфлей и кроссовочки рабочие. Вот, видите, есть у нас даже такая вот подложечка. Значит, брал я их за $11. С тем расчетом, что, друзья, за такие деньги, сами понимаете, что можно относить даже, если хватит их буквально на сезон. Но носить я не собираюсь их каждый день, а где-то одеть там. На ресторан. Вот, как-то так. Если их хватит на этот сезон, за $11, это будет вообще супер. Вот. Есть немножко, ну буквально немножко. Капелька там буквально какого-то клея видна. Вот здесь тоже видно. Ну, я даже не знаю, к этому даже придираться я и не думаю. Все достойно. Проклеено, все достойно сделано. Вот такая у нас подошва с такой картинкой. 270, кстати, моя нога, я и заказывал. Вот проверим, как они мне будут. Пяточка немножко подмялась. Это маленький, конечно, минус. Но, опять же, за такие деньги, я думаю, это все будет носиться на ура. И все это дело у нас, я думаю, что поравняется. После первой же носки. Так, во втором у нас такая же хренотень, которую мы выбросим. Фирма у нас, как вы можете видеть, и Макс Анна какая-то. Кстати, продавца, по-моему, там девушка. Ее зовут, по-моему, Анна. Но Анна не как у нас, а Анна. Вот как-то так. Кстати, обещала мне в третьей посылке положить две, по-моему, пары носков в подарок за такую, грубо говоря, оптовую покупочку. Вот у нас тоже от транспортировочки получилась складка. Но тоже, в принципе, конечно же, неприятно. Но, сами понимаете, особо спора тут и не откроешь по им. Как-то вот так. Ну что, друзья, сейчас я, наверное, померяю. Так, вам показать, что внутри.
Вот такая стелечка, и она у нас вынимается или нет? Да, стелечка вынимается. Вот так это все выглядит тонко и не особо внушает доверие данная стелька. Но стелечку мы всегда можем прикупить, допустим, кожаную, потому что в этих стельках ноги у меня полностью вспотеют, это я точно знаю. Внутри у нас вот такая какая-то картонная хрень, вставка, которая тоже, не знаю, наверное, размокнет и раскиснет. Ну, опять же, я не знаю, время как бы нам все это дело покажет и расскажет. А так, туфельки по дизайну просто бучка. Если бы еще не было, конечно, этих всяких у нас немножко складочек и замятостей. Смотрим, как прошиты у нас пяточки. Пяточки прошиты красиво, аккуратно. И, в принципе, можно сказать, симметрично. Что не скажешь о дешевой китайской обуви. Ну и, наверное, я уже все вам показал. Показал и рассказал. Вот такие вот туфельки. Все, друзья, иду мерить и смотрим. Вот так, друзья, выглядят наши туфли. Подкасаю штаны немножко, чтобы было лучше видно. Туфли очень легкие. Размер отлично подошел. Так вот они выглядят. То есть все буквально супер. Итак, друзья, хочу подвести итоги. Итоги у нас следующие. После примерки вы сами только что все это дело видели. Мне эти туфли очень понравились. Сели как влитые, как говорится. Могу смело рекомендовать буквально всем. Хотя, стоп, не всем, так как у людей разная полнота ног. У кого-то шире, у кого-то уже. Поэтому переходите по ссылочке, которая будет в описании под видео. И, конечно, подбирайте себе, смотрите сами. Мне они, еще раз напоминаю, сели как влитые. Размер идет, размер в размер. То есть, если вы носите 42, заказывайте 42. 43, так 43. Я рискнул, заказал на размерчик больше. Ну, в принципе, ничем это не чревато. Очень все удобно, комфортно. Можно было заказать 42. На этом я хочу с вами попрощаться. Опять же, напоминаю, ссылочка на данные туфельки будут внизу в описании под видео. Кому понравилось, ставим пальцы кверху. Не забываем подписываться на канал. Вам ничего не стоит, а мне будет приятно. И на этом всем пока. До скорых встреч, до новых видео. А их еще у нас будет, я думаю, очень большое количество.